Международный фестиваль оперетты в Чебоксарах – это настоящее событие для любителей хорошей музыки и драматического искусства. В этом году зрители ожидают насыщенная культурная программа. Блестящая премьера оперетты, большие гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии, яркие мюзиклы и многое другое. Откроет праздник музыки одна из самых любимых оперетт Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Это история о молодых людях, которые мечтают о признании. Сюжет основан на романе Анри Мерже «Сцены из жизни богемы». А гастроли Новоуральского театра организованы Росконцертом при поддержке Минкультуры России. И детей, и взрослых порадуют музыкальная сказка «Серебряная копытца», музыкальная комедия «Сорочинская ярмарка» и другие постановки. Никто не останется равнодушным. А идея такого сотрудничества зрела уже давно, говорит исполняющий обязанности директора театра «Волга-опера» художественный руководитель Андрей Попов. С Новоуральским театром мы провели обменные гастроли. В середине апреля наша балетная труппа с успехом выступил на сцене Новоуральского театра. Этот проект называется «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. И сейчас с ответным визитом Новоуральский театр музыки, драмы и комедии на нашей сцене показывает 5 лучших своих спектаклей. Я думаю, что мы дальше продолжим диалог с Новоуральским театром. Мы уже обговариваем какие-то совместные проекты. Я думаю, что это даст возможность к реализации, к развитию двух театров. Завершится фестиваль по традиции большим гала-концертом. В этот вечер на сцене будут исполнены легендарные дуэты и арии из самых любимых и популярных мюзиклов и оперетт. Мировые хиты в невероятно виртуозном исполнении. Все это превратится в невероятное танцевально-вокальное шоу. В гала-концерте действительно очень крутая будет программа. Первое отделение делают коллеги из Новоуральска, второе отделение мы делаем. Я бы не хотел бы рассказывать о тех номерах, которые будут, но вкратце их хочется добавить, что там будет и балет, и вокалист, и, конечно же, наш замечательный оркестр. И это все на нашей сцене. Это фееричные, классные, энергичные, эффектные номера из мюзиклов, оперетт. Я думаю, что зрители, ну, будут в большом восторге. Те, кто посетят гала-концерт. Также чебоксарцев и гостей столицы ожидают специальные проекты. Это путешествие по театру с призраком оперы, мастер-классы и арт-диалоги, где гостями будут народная артистка Чувашии Маргарита Финагентова и заслуженный артист Республики Коми Михаил Журков. В этом году фестиваль расширяет свои границы. И к творческому проекту присоединяется все больше участников. Но молодые зрители от 14 до 22 лет могут посетить постановки по пушкинской карте.